В Химках стартовала акция «Розовая ленточка». Ее проводят в рамках проекта «Сохраним жизнь маме». Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья. Суть акции в том, что женщины могут бесплатно пройти обследование молочных желез. В округе передвижной мобильный комплекс для маммографии развернули на территории НПО «Энергомаш». Станция позволила буквально за 10 минут провести диагностику. Такой доступный врачебный кабинет на работе сейчас особенно актуален. Все прошло нормально, великолепно. Результат у меня хороший. Я очень довольна. Спасибо всем организаторам. Аналогичный пункт осмотра развернули и на территории НПО имени Лавочкина. Там же прошла встреча с сотрудницами предприятия. На входе им вручали памятки о том, как следить за своим здоровьем. И уже по традиции на грудь прикалывали розовую ленточку. На встречу побывало и руководство округа. Проект по профилактике рака молочной железы всероссийский и проводится в пятый раз. Многие женщины признаются, они откладывали такой поход к врачу не один год. А зря. В России почти половина онкологических заболеваний – рак груди. Выявление рака в первой стадии, продолжительность жизни 94%. А если мы выявляем так называемый рак инситу, то есть совсем в нулевой стадии, то продолжительность жизни 98-99%. После официальной части на территории НПО имени Лавочкина открыли мемориал «Аллея Матери России». В заключении акции все собравшиеся выпустили в небо розовые шары как символ здоровья женщины. Елена Васильевская, Валентина Мордовина, Сергей Гвоздев, Дмитрий Куликов. Служба новостей.